Сколько хп у Сарафанга? Ой, не помню. 100%. Голый. Сейчас уже 0%, потому что мы его убили. Слышал, слышал. А не, пижу, не скинулся нахуй. Бой дальше висит. Бой висит от этого моба, что говорил чувак, что вот забакался, только что на эти лезть. Бой висит, потому что у меня, блядь, в этом рекаунте нету, блядь, ни прелести, ни гниломорда. Фу, блядь, не работает. Нету прелести после боя. Ни у кого нету боя, но просто целка забакался. Наконец-то, блин. Сейчас свапимся на врача и все починится. Нет, я вангушу в этом месте мы ни разу не вайпнемся и пройдем его за полтора часа. Ставлю косарь голды, что будет как минимум один вайп. Че Алиса сама и сделает. Не все свои столы, у меня ГП. Кихнул с рейда, а потом кихнул за гильдией. Ты так любишь пиздеть всякую хуйню, да? Да. Манда. Ой, да ты так любишь меня, да? Нет. Да, манда. Да, да. Обычно любящую женщину по-другому называют. Любимую. Конченая шлюха. О, еще один. Кто ленточку спалил? Я. Об этом не скажешь. ГП она. Давала бы эта ленточка. All Moscow X. Аммен штаны мне кинешь, ну. Так. Предлагаю ввести новое правило. КП за ленточку нахуй. Предлагаю ГП за базар. Согласен. Алиса. Ну вот. Значит что? Правильно, баг еще есть. Да тут нет багов на этом сервере. Да, ни разу, Вайт, ни разу. Я тестил, не работает ни один баг. Баги, которые надо, они сразу фиксят. Эту хуйню они фиксят и будет.
достаю. Слишком далеко. Рыбу поставь. Рыбу. Опущение, попущение. Into buff. Раздавака, Эвинар. Не то бафнули? Бафнули. Да, да. Кто, блядь? Кто тотем поставил? Всем раздавак. Тотем и я поставил, но когда уже спульнул. Я был вон на тотем, нахуй, на эту, на элема. Ну, то сдох, кто-то спульнул. Что все шаманы ГП получат. За него время данное герои. Ебать, какой я машина для убийств. Поп, где нахуй про. Раздавака, как умер? Как нуб. Это его тотем же там был. Ой, бля, земляной тотем шо, таунт? Да. Ты, блядь, не знал. Да я забыл этот момент.
Блять, а что за ДПС нахуй? Я брала босса, нахуй уже спутала, я его. Да не надо было, но мне было все 5 стак. Ну пробуй, ты умер. У меня обычно в танке всегда умирает. Кровь кому-то нужна? Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломор. Сейчас половина рейда пойдет на замену. Но. Потому что кровь не нужна. Ебать ты злой. Потому что не ДПСик. Покажи рекаунт, мне походу тоже забагался опять. Либо даже не рекаунт забагался, тут немножко другое нахуй, идея, действие Как ебаная табличка, это бесит. Линканите, у кого там есть аккаунт. Это мало. Постри на майском, сколько ДПС. Десятька. На филбосих стат дебаф сурка на этом на ретрике на войде висят. Да, 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 то же самое. И не спрашивайте, нахуя мне танку хилбо. То, что может... они висят, они нихуя не делают. А ты себе брюли донатил, брат? Нет, 3 штуки выпало, когда он был еще 213 левел. Алиса. Секунду. Готово. Подачи не добились.
тишина, да, в Дискорде? Да. Взрыв. Разбежались. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Слишком далеко. Не знаю, что за глупость стоять там внизу. Будто вы чего-то боитесь там, я что-то не понимаю. Это как... Но я сейчас умру, лута не будет. Просто не все прибежали. Просто там не все зашли, могут... Вон тебя Фрости может похилить. Ну вообще-то тут есть баг. Если не все заходят, то вот... Вот пропадают. А если все зайдут, то надо минуту их убить. Это за лупа все. Кому кровь нужна вторая? Минуту не открываются ворота все равно. Сколько у тебя осколков? Скажешь, в конце рейда я там обновлю. Никакого перекурена. Вот расскажи мне, вот что за хуйня? Вот ты веришь, что это ДПС? Ну? Какой? Да, в рейде хуёвый ДПС. Ну. Но каким хуем меня гарема передамаживает? Потому что у меня буря бьет по маленькому слизняку. Ты меня на всех боссах передамаживаешь. Не доигрываешь, значит. Ну что-то у тебя сломалось, наверное. Посмотри. Сломалась целка, еще раз говорю и буду говорить. Да, ну а как оно сломалось, если у тебя дамага просто меньше? Я не первый раз такую хуйню замечаю, блядь. Каждый раз, когда багается моб в начале инста, блядь, до сурка, блядь, ломается нахуй этот рекаунт. Да после не, сурка так же. Не, ну а при чем тут рекаунт, если он показывает, что у тебя просто меньше дамага нанесено и все? Нет. Ну я не знаю, мне как бы пофиг. Вот у тебя удар героя 850 тысяч. У меня 910. Кровожадность 650. У тебя кровожадность 550. Ну, на 100 тысяч меньше. Вихрь 480 у тебя. У меня 651 вихрь.
Просто меньше дамага почему-то. Может, у тебя усилки куда-то прикинуты. Смотри, сколько у тебя силы атаки. Ты на хосту уже одеваешься, что ли? Это из-за тринки. 9995. Ну вот. Так 10. Проблема не в этом, проблема в том, что я даже в армсе 15к даю, блядь. Да. А этим я давал 16-17. Как бы. Ну я не знаю, ну смотри, у меня 10-700 сил атаки. Просто статов меньше, все. Хоста тебе дается. Ну, с хосты ну, профит статов, в 4 кусках, хорошо. Мне кажется, есть. Там 4 куска читал бонус. А в 2 кусках, я думаю, с хосты толку нет. А у тебя уже шмот на хосту. Сколько крита у тебя? Вот, а что он за тебе за дебаф? Сурка. 55-94 тут на. У меня 52-25. А чё мы ждём? Арче, блядь, ждём. Потому что кто-то не подтверждает Эвинар, блядь. Теперь подтвердили. Не знаю. Сомалийский кукус. Отличные новости, народ. Кукло омоложение, пожалуйста. Блять, дискорд. Когда мне рекаунт не дадут. Я в нее. Сейчас у тебя нормальный ДПС просто. Сейчас не нормальный, еще дерьмо 4. Да. Зеленые влились. Прохил рейдера. Красный выходит. Плюнешь после перехода. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Красного влили. Гмени. Расходу. Кто нас сейчас зеленый будет? Красно.
вспышки зеленой. Далин поднимает драку, а драка как попала. Еще и умираете, блядь. Все в красном кругу. Пельмени. Трогайте, наверное. Не бьем. Теперь стопы. Все в красном. Переводим босса быстрее. Веди его к столу. Это зеленый еще будет. Плюнь в него. Так я войму. Не, не успел. Ну не заметил. Герой в зеленого. На вкус как вишенка. Ой, извините. Бьем в лицо. Вальтер, если что, залагал, я не могу дать диван. Собирай. Так, гарема, бабу, диван кинь на эту, на Алису. Вина. Чулан, это нет. Чулан, пресс и гарем. Проводи лужу. Расколы будут. Забирались. Пробежались. Так. Так. Алмаскол X, кинь диван на сомалийский. Колбышев будет. Отвели. Что-то слабо. Забирай. Дамажим, дамажим. Что за хуйня? Где ваш бухаш?
Хелмастков, а ты это самое, ты ПВПшер? А чё ты ПВЕ не шаришь просто или не нравится? Вот моба, моба нашего, из-за которого бой висит. Где? Вот между этими был, блядь. Возле где труба. То, что по трубе ползает, это не то. Костя, ты куда? Так, начислили по просьбе. Мне лень считать просто. Чё он там сказал? Уходит? Надо уходить ему срочно. Ну зад в Т5 бегает, еще печеньки ролит. Может, типа путал. А ну-ка, Ленка, не запас. Блять, я удалил. 9300. Во, во, вот теперь скинулся баг, нахуй. Правда, это еще хуёвый депрессор. Да это не это баг скинулся, это просто фурик испекнулся. Так я был фурик, я люблю. У меня, блядь, до сих пор есть только текущий бой сурка, нахуй. Мне кажется, в 4-5 фурик будет нормально. И то, что-то хера знает, сомнительно. Его ж там что-то резали, опять, наваром. Там у него фишка, дело в том, что фишка будет и на удар героя, и на рассекающий. Будет рулить просто на лече. Кайлярс. Фурик. Ты про протовары? Протовар. Там тоже хорошо. Т5. Хочу себя личного протовара майнда. Почему у него будет рулить, блять, этого, если там у него не это, блять? То, что ты хочешь, это все охуенно. Вот бери и присылай мне полироль. Воронки, пустоты там. Глубозакаточные. Глубозакаточные воронки. Ой, нет. У тебя есть куски? Кто? Т5 есть у тебя? Да я чё, дурак, что ли? Нахуй мне нужны. Ну, если у тебя будет 5-4 куска на танка, я могу тебе проспонсировать воронки. Через годик проспонсируешь. А, блядь, ты высоко попёр, и чё-то. Он тебе ночью набрасывает, когда все спят. Там не надо спать, он так себе набрасывает. Тоже вариант. Пойду покурю быстро. И там вон есть табличка рейтинг рылов. Кроме этого... У нас пол рейда что ли курит или что? Кроме этого еще можно 500 ИП в неделю получить, если делать вклад в банк гильдии. Там тоже все в дискорде написано. Еще 2 человека получают за то, что в гильдбанке порядок наводят. Это чулан и медвей по косарю. Я могу нахуй навести порядок, там нихуя не будет.
Ты можешь не порядок, а чистоту там сделать. Чистоту такой, вычистил. Я периодично, два раза в неделю смотрю, что в банке. Там что-то периодично забирают, что-то нет. Я что-то оставляю, если не забирают, продаю к херам и колду голду обратно. То, что там иногда кто-то качает профу и засирается все в ноль. Вот недавно кто-то качал на черталку, и там было все засрано всякой хуйней. Я вот продавал, делал символы. Блять, кто-то этим хочет заниматься? Я думаю, нет. Так. Все, кто умеет контролить, поднялись наверх. РЧ на АФК. Блять, кто не предупреждал, получает 500 ГП на. 500, ебать? Хорош. Мало. Микстурка на. Император, блять. Какой микстурка? Он предупреждал. ДКВ Диму присумонили микстурку. Котлас. Да, ДНМ. Может, один раз поипанемся, уже этот бой заебал. Блять. Да нахуя ты ГП кидаешь? Пошли. Вот пошли в ловушку в ледяную, пошли в это вот, где с сурка выходили, пошли все в лед заходите. Это, конечно, надо. Бой уже шел. А, ну все тогда. Уже разлагался. У меня висит. Ну, у меня сука. Нет. Ну так идите сдохните, блядь. Я уже. То вот на ком бой висит, тебе сдохните только и все, остальные пусть там. Да, я пришел и опять бой висит от кого-то. Кто там бахал? Мысль умирать, если я выхожу с игры, потом захожу. Потом опять он появляется. Кто-то постоянно. Сурка, блядь, поставьте нахуй локи, блядь. Или вам все нахуй объяснять, блядь, и анонсить нахуй. Блядь, бой висит. Слышишь, что ли? Да бейте трэш, пока он прилетит нахуй. Сейчас я вам скину, блядь, бой. Один нахуй. Второй, блядь. Ждите теперь минуту, у вас бой скинется. Давайте просто пересоберем рейд. Плюсанули в гильдии. Распусти и пересоберем. Пошли все в трэш, умерли, блядь. Кто не умрет, нахуй ГП. Просто кто не. Кто ФКшит, чек не на ФК. Просто кикни, все. Сейчас умрем. Спадет ваш боссовый бой. Умерли, никто не заходит в Винс. Вот кто живой, сейчас просто кикни. Чтобы Винс. Я сам покинул тело, я гружу. Не заходите только в Винс, никто. Волтер, ДНМ, где они? Волтер, ты в ЦЛК? Ты что, вздыхать сказали? Я бежал в портал. А, давай вздыхай. Вот по идее должен сейчас спасть бой. Надо заходить в инст теперь. Да, мне в инсте на острове. Я ведь ставила косарик за то, что будет минимум один. На профи. Говоришь, косарик ГП тебе, да? Вот теперь давай косарик мне. И че тебе-то сразу? Ну ты ставила, вот и давай теперь. Вы мне должны все по косарю скинуть, ясно? По косарю? Все? Хорошие. Ну скину вот. Все по косарю. Привет тебе. Ну чё, ебать. Ладно. Чё, есть бой у кого-то? Давай, у кого кто бой? Не принял нахуй пати? Шреддер присоединяется, Ромка уж присоединяется. Да. Блять, у меня багнулись теперь эти. У кого сука. Есть бой, просто кика из гильдии сразу. Ча, микстурка, зайди на медвеем. Микстурка, зайди на ДК, на притопало пойду. Чек на ФК. Тыкните на шкаф внизу, стоит перед лестницей. У меня автоотмена какого-то хуя, я тут. Что у тебя? Автоотмена? Ну, типа она меняет. Да, она пропадает сразу, проверка готовности. Я релогу.
Я смотрю, что-то никакого вообще галочки нету нигде, ну. Да, у меня появилась проверка этот, блядь, и сразу пропала. А у тебя кого эта хуйня? На них есть корма? Начинается проверка готовности. Проверка готовности завершена. Заебись. Может распустить рейд, но? Пиздец. Я успел. Ох, ёбаный рейд, нахуй. Так, контрольщики все поднялись наверх, остальные внизу стоим. Так, Гарема, твой череп. Луна, твой омовского X даешь на него покаяние. Вромбик дает покаяние Волтер. Этот, блядь, Костель, кружок. Звезду бьем. И треугольник тоже. А, тактика него первая. Да, тебе в луну, блядь, даешь покаяние в луну. Все, давайте покаяние свои, всю хуйню. Вниз спустились все. Все вниз спустились. Если есть моб какой-то незаконтрольный, даем в него фиры паладины. Зачем вы корни кидаете, когда на покаяние висит? Понятно. Играем в треугольник. Ебать. Ладно, подъебу. Разве есть на кланах всегда? Нет, но только на праздник. Возможно, есть какая-то сатана. Была же эпик на кланах, я помню. Сука, мне так никак не хочет зеленый шлем падать. Нахуя он тебе? Это смут. Ты же говорил, что тебе нахуй эта хуйня не нужна. Там какая? Он хочет как Алиса бегать. Смут. Ты чё, ебанулся, на? Я без трансмута жить не могу. А, это Войт говорил. Да, если тоже. Трансмут. Понты трансмут до рождения. Если у тебя красивый транс, то тебя возьмут. Согласен. Без источники даже заходить неохота. Я делал конкурс трансмутов как-то. Смотрите, как у меня ДК-ска своя красивая. Видимо, как вас... она в циркуле участвовала в конкурсе, блядь. Ого, играла голая баба. Видимо, для вас этот конкурс надо будет как-то провести. Будет этот трип фэшн называться. Это типа кого трипер? Нет, тривия вот это вот она. Мы знаем, у кого трипер, Алиса, дальше. Ну все, есть победитель. Все, вручайте кубок и расходимся. Деды не участвуют. Вы не видите шмотки, да? Я нет, пылю. Зеленые. Ну я и смотрю, сумка полная были на пути набралась уже два там. Нет. Хует. Зашли все вверх на правую сторону. Я тоже вот пылю уже, блядь, 100 шмоток распылил, но что-то в сумке 0 нахуй пыли. Там не так, я смотри, там... Поставлю любые метки, Войт, я пока релогнусь. Квадрат, голова. Так, череп. Ой, ну зад. Треугольник, костель. Так, бить будем первого кружок. Давайте, контрольте. Ретрики по звезде, покаяние. По тактику, Фир. Бьем цель без мет. Заебать. Играем по квадрату, блядь, либо по тактике. Кто в Фире, блядь? В Фире у нас... А, кружок в Фире. Играем по командиру и тактику наш. Одновременно массом. Ебашьте, ебашьте.
А за виклик уже ЕП не дают? Дают. Кто я раз видел? Что-то не было, не увидел, чтобы ты начислил, прости. Слышали за эти звонки? Череп, верните. Нахуя паладинов, блядь. Вы можете в этот кружок подойти, встать в него, чтобы он не делал это дрочево, что он прыгает, блядь, по всей карте? Или что, я не понимаю? Весь рейд хантов, что ли? Так веселей. Я и смотрю, весело это. Урикам особенно весело. Рывок на КД стою, дрочу. Хоть рывок есть, блин. Вот, а тем, у кого рывка нет, еще веселее. Рывок, блять, и смерть второй раз, блять. Где, говорит, Якутия? Якутия. На карте мира, блять. Алмазы Якутии. Умазывал. Черные Якутии. Алмазы Якутии. Все, понеслась там, блять. Я в Якутии отдыхал, блять. Да, вот как знал бы, но только вот в Якутию ехать, наверное, да. Блять, как это двухзначно звучит, вы бы знали, блять. Не надо тут пидорских тем нам. Блять, я помню, видел одного якута, перепутал его с баб. Просто все на одно лицо. Типа такое опухшее, кого-то шмели покусали. Шмели? Да, шмели. Это как шмели пели цыгане, нахуй, но только наоборот. Шмели сунели. Суахили. Рыба, поставьте фул ребаф. Сомалийский на твоих, Алиса на килисете. Ох, спасибо, пожалел меня. Не пожалел, он никогда не понимал, когда ставить ДК на двоих боссов. Не понимал и не буду понимать. Пристабаф. ЛПшку в одного, ЛПшку в другого, повторить равно профит. Что это хуйня? Ну, нубы только ДКшники не могут двоих тащить. Могут, не могут, я привык так. Подтверждаем готовность. Вы назад. Там мой назад пишет, хилбот багнулся. Релогать. Вот этот комбат. Что, опять багнулся диску? Да, это хуйня. Ёбаный в рот, блядь. Ты чё, блядь, Талик задонатил? Альтерака, блядь, ты чё, охуел? Что, с Польши вернулся, что ли? Да он дурной. Ещё с Геры донатит. С бычки донатит. Ты ещё и ТБЛ донатит. Это вообще пиздец. ТБ
тогда ничего другого не было, когда я его донатил. Фу нахуй, блин. А какие бесовые трени на сову? Чулан. Талик. И чешка. Нет, есть другие, блядь, еще. Да там все, босс. Да нет, нихуя. Сохшая голова и талик. Нормально как раз. Правда, да, просто чулана открыл. Не, я просто вспомнил, нахуй, что а, голова чё? Так же, как и талик, нахуй. А совек рит пиздец, как нужен. Так, даем Малисе... Фу, блядь, с Амалийском два времени на агро, потому что на пула у нас нет. Чулан даже, блядь, в инсте фармит. Что ж ты видел? Разбежались. Талдарам. Келесета солдат таргет играем на без масухи. Видишь, Алис? Пиздец, да? Дали рейндж. У меня такой хуйни в жизни не было. Это с недавних пор началось, не знаю, зачем. А что там, типа сферы улетели? Они просто эвэдятся со временем, и все. Все. Но не все, не по очереди, я тоже танчил 10 обычек. Нет, все. У меня прям одновременно все время эвейдились. Раза три забой. Раньше они по очереди эвейдились, а сейчас они все. Подумал, нахуй я воющий ветер качала, да? Вот такие сети, я, блядь, понимаю. Или сета влились? Неуязвимым. Нужно подойти поближе.
я босса не понял. Тебе 2 минуты. А чё про тебя говорят 10? Нет, а я спрашиваю, что кто-то говорил, что микстурка потом будет ЦВК для себя собирать. На ДК, чтобы осколки ролить. Ну, анролить, то есть. Говорит, что не будет. Ну, если, блядь, он мне прям только что написал, что будет. Наёбывает тебе, наёбывает. Ну да, ебать, не хочет своим ДК тут нахуй танчить. Я бы, блядь, протопал ему, сука, соло, блядь, всех боссов тут затанчила. Микстурка, скапуйтесь. Да, просто АФК быстро. Мастер, а у тебя уже сколько осколков? 2. Я же удалил осколки. Было 14. После тебя кто, Чайпер будет собирать или что? Да. Хотя нахуя они поменялись. Он вообще не должен был собирать нахуй последние битвы. Не надо, я уже шлемом был, блядь, если бы в мой моник не ушел камень. Хотя да, с моим везением ты бы давно был шлемом. Еще один купишь, пока мастер соберет, блядь. Фьюри паладин раздали, нахуй. Все в кучу встали. Кто-то знает, к Хэллоуину какие-то скидки будут в магазине? Будут скидки на пизду тыквы, нахуй. На черную пятницу будут, но это через месяц. Ой, через месяц, 29-го должно быть. Ноября. Ноября. А сейчас какой месяц? Октябрь. Октябрь, блин. Неплохо. Как все тебе? Привет, блядь. Я, кстати, тоже по недавнего времени думал, что сейчас ноябрь, сука. Не, просто пацан ни страшки не шарит. Я просто жало сидеть. Я, сука, 2 недели жду ебучую черную пятницу. А тут еще месяц ждать. Я, короче, блядь, вот просто все это время копил, но хоть не тратил их ни на что. Какой тип сейчас трясущийся руками берет календарик в руки и такой, блядь, в натуре. Я календарь переверну. Ёбаный ворот, а я ведь сижу такой. На толчке гугли, черная пятница, 29 ноября, да вы заебись, 2 недели осталось. Опять бой висит, опять багнулся рекал. Сука! Кто, блядь, не умер? Нету боя. Боя нету, но рекал он багнутый. Ну ты крик в любом юзаешь, да, какой-нибудь баф? Мастер, тебя резали, Вара, блядь, по-моему, на 30% твои бучи ДП. Блядь, да сколько вам говорить, нахуй, я не понимаю, сколько. Ах, меньше ты дамажить стало, у тебя бах сразу, блять, или чё? Да какой бах нахуй, блять, каждая целка такую хуйню замечаю, если где-то багается моб. Еще раз говорю, откройте ебучий рекаунт, если у вас, блять, нету этого, блять, других вкладок, кроме боя, блять, с одним боссом, если вы сделали, конечно, в рекаунте. Да. Сегментов, блять, только с боссом. Вот это откройте, нахуй. Что у вас сейчас распишет? Полный отчет и текущий бой, правда? А что должно быть там? Там должен быть отчет, как всего. Да мне нахуй это не надо, я никогда не тыкаю. Вот, когда такая хуйня бывает, значит он багается, блядь.